Знаете ли вы, что стрижка овец вполне поэтичное сельское дело? Во-первых, для овцы стрижка – это как в баню с парикмахерской сходить, говорят сельчане. А во-вторых, само действо действительно зрелищное. В этом наша съемочная группа убедилась в Горецкой Ходоровке. Про осеннее житье-бытие этой деревни вы узнаете из ближайшей передачи «История с географией». А сегодня в «Цветных пятницах» местный хозяин Сергей Петроченко стрижет овец и делает это красиво. Проверяю свою прическу. Модельная или не модельная. Как будет царица у меня? Как царица будет?